Донецком озере плывет лось. Время 6:30 утра. На акватории Исетского озера, к восточному берегу которого приклеен город Среднеуральск, в самое немужественное время суток, 6:30 утра, два местных бессонных парня запеленговали в хладной жидкости лося, а точнее безрогую самку лося, то бишь лосиху. И они сели на моторку и по глади Исетского озера помчали к водоплавающему парнокопытному зверю. Событие, прям скажем, не из ряда вон. Звери, бывает, плавают, даже в прохладной весенней воде. Люди, бывает, катаются на моторных лодках. Даже бывает, что люди не спят в половине 6:00 утра и подрываются на подвиги. Вроде рассказывать не о чем. Все прено и банально. Но промеж двух любознательных среднеуральцев вышел вот такой ржачный диалог. Из цикла «Нарочно не придумаешь». Слушаем. В натуре лосиха. Лосиха в натуре же плывет. Вот она, башка ее. О, нифига какая! Я первый раз так вживую лося вижу. Я ни разу не видел. Не, ну согласитесь, это разрыв. Это панч. Я первый раз вижу, а я вообще ни разу не видел. И это не стендаперы, не КВНщики. А шутиха-то убойнейшая. Собственно, заради просто тупо поржать, мы и сделали эту лирическую зарисовку, не имеющую никакого информационного смысла. Кто-то спросит, а нафига вообще парни ни свет ни заря погнались за купающейся лосихой? Ответ есть. Она со стороны, кстати, Коптяков откуда-то плывет. Нифига, башка какая вообще, ты посмотри, она какая здоровая вообще, это же надо. Ну это лось конкретный, сейчас увидим, сейчас на берег загоним, сейчас увидим. Вы слышали, в диалоге прозвучало название Коптяки. Это деревня, известная своей Коптяковской дорогой, возле которой сожгли останки последнего русского царя и его близких, и дислоцирующаяся на южном берегу Исетского озера. Доподлинно неизвестно, переплыла ли лосиха немаленький водоем повдоль с юга на север, или же прибилась к какому-то другому берегу, ну, допустим, восточному, где Среднеуральск. Но ясно одно, что за лосиху можно было не переживать. Сил ей хватило бы переплыть озеро хоть по диагонали. Другое дело, что с апреля по июнь у лосих период родов. И эта дама могла оказаться беременной, а у беременных, сами понимаете, настроение меняется быстро. Хочу солёных огурцов, хочу свеклу, хочу купаться. И прыг в воду. Но так или иначе, а безрогое парнокопытное животное успешно до берега докупалось и стремительно выскочило вон. Хэппи эндорфин. Так лосиха, конечно, она, смотри, она... Молодая, причем молодая. Молодая, это вообще сигалеток. Ты смотри. Нифига. Сейчас прикинь, кто-нибудь пойдет, это просто...